находимся на самом высоком здании, точнее в самом высоком здании в Лондоне. Вот наш главный герой Ихтияр. Там вот сзади меня security, которая не разрешила тут снимать. Мы факт показываем, конечно. Вот такие. Снимай этот пароход, корабль военный. Этот корабль Белфаст. Да, он воевал в каком? 45-м, да? Да, наверное. Да, в 45-м году она была на фронте, воевал с фашистской Германией, который стоит здесь уже более 60 лет, как музей. Ну, конечно, она платная. Сколько он стоит там заход? 17 фунтов. 17 даже? Да. Вот, Tower Bridge. Да, мост Лондон Бридж. Знаменитый. Реклама, которую делают этому городу. Да. Сколько лет назад было, резали голову виноватых, вешали на этом мосту, да? Да. А там дальше, вот это, как она называется, карандаш, там находится лондонская биржа. Биржа, да, банки, да. Там биржа, там цены нормальные. Вот такие вот два. Вот там яйцо. Яйцо. Что будут скоро там? Там мотоциклы будут. Мотошоу будет там. Да. Самое высокое здание в Европе. 280 метров. 87 этажей. Мы находимся на 87 этаже. Тут внизу 10 этажей. Весь этаж квартиры, который стоит 100 миллионов фунтов. Большинство купили уже русские, которые живут, новые, говорят, русские. Бедно. Да, бедные новые русские. Да. Вот мы для них строим вот этот дом. Но она через год будет уже готова. Вот, вот какие поезда, которые... игрушечные поезда там. Да, это не игрушечные, это червяки. Червяки там. Да. Членисты. Так. Где канал? Вот там, где карандаш. Чуть дальше, да, мы? Подожди, вот Олимпиада впереди. Вот. Можешь приблизить? Нет. Нет? Вот там будет Олимпиада. От этой Олимпиады метру, минут 10 пешком ходьбы до дома там, да? Да, примерно. Спасибо за видео. Спасибо за интересные рассказы. Окей, да. Okay,